Я был слесарь шестого разряда, я получки на ветер кидал, а получал я всегда сколько надо и плюс премию в каждый квартал. Если пьешь, понимаете сами, должен что-то иметь человек. Ну и кроме невесты в Рязани у меня две шалавы в Москве. Шлю посылки и письма в Рязань я, а шалавам себя и вино. Каждый вечер одно наказание и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает, на работе все брак и скандал. Никаких моих сил не хватает и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже, и сказал я тогда им без слов: нафиг вас, мне здоровье дороже, поищите других фраеров. Если б знали, насколько мне лучше, как мне чудно, хоть кто б увидал. Я один пропиваю получку и плюс премию в каждый квартал.